Всем ку, выживальщики. Ну что, давайте продолжать наше выживание. Прошлая серия у нас была третья, по-моему, да, если не ошибаюсь, это, по-моему, будет четвертая. Я позаписывал, но, в принципе, там было ни о чем, так что решил сразу же, наверное, выпустить и четвертую. Примерно где-то через час после того, как выйдет третья. Так что давайте смотреть, что у меня тут новенького. Построила здесь две печки, и это намного, как это облегчило мне жизнь. Я теперь могу спокойно плавить металл и даже и не париться, потому что все остальные слитки у меня-то там добываются, а вот с металлом у нас тут проблемки. Так, добавил второй ярус, я не знаю, был второй ярус или не был, я уже не помню, что у меня тут новенького. Кабанчик отдыхает, две печечки, глину я здесь сушу и вроде все. А, вот еще добавил себе, получается. Ага, мы замерзаем, да? Замерзаем. Давайте мы оденемся. Давайте мы оденемся. Оденем рубашечку. А куда мне одевать? Куда мне одевать? Ага, понял. Рубашечка, кофточка. Давай сюда. Так, нагрудник. И это зимние штаники. Понял. Штаники, значит, обычные мы снимаем сюда, а зимние мы одеваем. И давай ботиночки и шапочку. Во. Так, что я? А, теплицу. По-моему, в прошлой серии я здесь хотел установить теплицу, да? Но перенес я сюда. Перевернул ее. И поставил здесь нашу водокачку, водонасосную станцию. И теперь у нас с вами есть водичка вот здесь. Так, давай заберем арбузик. Сейчас посадим. Собрать. Ну, соберем. Соберем. Все. И посадим сюда семечку. Да. Теперь вода у нас тут, говорится, бесконечная. Но все я собирать не буду. Не вижу в этом смысла. Единственное, что я тут не сделал, я не включил переключатель. Ну, то есть у меня сейчас, помимо того, что у меня качает масло. Где у меня тут масло? Вот у меня качает масло. У меня еще тратится энергия на нашу, получается, эту теплицу. Ну, я думаю, в принципе, ничего страшного. Мне уже по большому счету так много масла и не надо, так как некоторые, получается, эти как его слитки я наделал. И мне пока мезза по глаза. Ну, то есть я никуда не спешу. Что мне не нравится в этой игруле, это то, что когда, к примеру, я ложусь спать. Когда я ложусь спать, и у меня время проходит. Ну, вы поняли, да? То есть я ложусь, там, к примеру, в 6. Вечера просыпаюсь в 8, и это никаким образом не влияет на время добывающих ресурсов. Ну, то есть наше время сна никак не влияет на вот это вот время. Ну, то есть тут как было 6 минут, к примеру, я лягу, посплю, у меня пройдет там буквально пару секунд. А здесь время как идет, так и идет. В реальном времени время. Да, как-то так. Так, ладно, что я хотел в этой серии? Я в этой серии, наверное, хотел достроить, получается, здание для НИПов. Смотрим, как это работает. И показать вам, вот у меня здесь есть маленькая такая фермочка. У меня здесь вот с правой стороны курочки, вот яички дают, и козочки. Было две штучки, вот третья коза у нас появилась. Так, женский пол, мужской пол и мужской пол. Можно будет потом, если что, если у нас мясо там закончится. Сейчас, секундочку. Жесть. Так, вот секундочку, да, если мясо у нас тут закончится, можно будет взять и козлика, либо курочку себе забрать. Так что, все, отлично. Так, давайте смотреть, что нам тут нужно. Нам нужно для них построить было ящик. Ящики для хранения я построил. Я еще плюс еще 3 поставил на всякий такой случай. Может, когда-нибудь и дострою. Так, сюда я все материалы закинул. Вот у меня бревна, глина. То же самое, глина, бревна, доски есть. Осталось гвозди. Тут 40 и тут 40. Так что давайте возьмем 8 железных слитков. Достроим наше здание и посмотрим, что из этого получится. Так, вот у меня слитки. Я как раз перед записью немножко пофармил, поделал. Так что давайте заберем. Так, не падай. Сколько мне тут? 2, 4, 6, 7, 8. Все, отлично. Давайте делать
80 гвоздей. И мне интересно, будут ли эти нипы боты выходить из нашего, получается, этого как его забора, из нашего поселения, будут ли они куда-то туда выходить, или они здесь будут чем-то заниматься, и будут ли они что-то строить. И будут ли они что-то строить здесь на территории или нет, будет интересно. Так, и 8. Все, хорошо, идемте. Идемте, идемте. Так, а у нас теплица, интересно. Теплице нужно сюда ставить печку для обогрева, либо нет? Потому что что-то холодновастенько, правильно я понимаю? Я начал было замерзать. Типа скоро холода. Замерзли наши овощи там, либо не замерзли. Так, ладно, давайте смотреть. Что из этого получится? Так, 39, и давайте сюда 39. Так, 39, 39, хорошо, шикарно. Здесь у нас, по-моему, они здесь будут дом Нипа. Да, это домик у них будет здесь. Вот кроватка даже есть. Прикольненько. И это у них, получается, ратуша. Так, ладно, давайте. Бум. Бум. Ага, у меня доска 2,75. Понял. Ладно, сейчас доску добавим. Доска не проблема. Это тоже такой список задач. Выполните ремонт, ухаживайте за грядками. Ля. Это то есть мы можем им давать задание. Прикольно, но без ратуши мы это с вами не сделаем, да? Блин, если они будут ухаживать за грядками, это будет прикольно. Так, что мне нужно? Мне нужно бревна накидать. Вот сюда. Блин, а я даже как-то не посмотрел. Я думал, что я все закончил. Просто в этой игре за что-то одно, к примеру, браться нельзя. Потому что нужно сразу выполнять некоторые действия несколько вместе. То камень добыть, то водички, то еды, то дрова, то на меня зомби нападают. Блин, хочется, знаете, что сделать? Пару, к примеру, недель. Нет, как его не убивать зомбаков, а чтобы они полностью окружили наш вот так. Наш заборик. Чисто как в фильмах, знаешь, сделать в Обители зла, помните? Не помню в какой серии, но там в пустыне они окружили полностью. Было их сотни там тысяч. Хочу тоже так попробовать сделать. Так. По-моему, без ратуши они не смогут сюда заходить. Ладно. Интересно, за грядками они каким образом будут следить? Они будут сюда ко мне заходить и собирать мой урожай и складывать, по-моему, в эти, как и в ящички, да? Но мне этого не надо, в принципе. Мне, в принципе, этого не надо. А, в принципе, это не надо. Но если они не будут собирать урожай и будут просто его поливать, то я смогу насосную станцию вообще, в принципе, отключить, не тратить электричество. И все электричество у нас будет с вами чисто на добычу масла. Посмотрим. Как говорится, зачем гадать? Если можно просто подождать и посмотреть, что из этого получится. Блин, хорошо, что у нас появилась с вами это какие вот циркулярная пила. Потому что вручную я сейчас бы реально не закончил бы все это. Да, и, блин, разработчики, сделайте что-нибудь, чтобы мне не постоянно тыркать на ежечку, а просто зажать, и оно автоматически будет туда его добавлять. Неужели так трудно это сделать? Чтобы на ежечку просто все собрать. Потому что мне приходится, ну вот, чтобы вы понимали, так бы я зажал бы еп и собрал бы все. А мне приходится вот по очереди так брать, так по одной штучке его туда-сюда перетаскивать. Из этого прохождение этой игры еще увеличится на несколько сотен тысяч часов. Ну, вы сами понимаете, да? Вот так сделать, к примеру, 100 слитков. Это очень-очень долго. Так, нет, не выкинуть, положить сюда. Все. Поехали. Нужно будет, наверное, еще пару деревьев срубить, потому что, по-моему, мне не хватает. Блин, прикинь, 4 бревна не хватило. 4 досточки. Так, у меня есть топорик с собой.
Да, я давайте камушек соберем. Так, дай сюда, дай сюда. Вот как раз из тебя и получится 4 штучки. Блин, а уже осень, да, походу? Потому что листья желтеют, да, уже осень наступает. Это прикольно. Но главное, что у нас с вами есть теперь зимняя одежда. Я даже об этом и не парюсь, то, что мы замерзнем. Так, 100%, 100%, 89, 80. Ну, ладно, в принципе, мы сможем еще. Раз, два, три, четыре. Сможем еще доделать. Так, давайте строить. И давайте смотреть, появится ли у нас тут какой-то наш горожанин. Открыть. И что? И что? И что мы тут должны делать? Неужели мы тут должны будем какую-то мебель строить? Мебель. Здание НИПов. Мебель, мебель, мебель. Диванчик. Могу тебе диванчик поставить? Да, прикинь, могу диванчик тебе сюда поставить. Ну ладно, пока мы до диванчика мы еще дойдем. Я хочу посмотреть, когда у нас появится. Когда у нас появится тут человек. Так, выполнить ремонт. Ухаживайте за грядками. Пополните стойки бревен. Давайте пополните стойки бревен. Пополните ящик камней и ухаживайте. Нет, пока мисс. Пока мисс все. Ну и как, и что? Когда они появятся? Нипы, вы где? Where are you? Так, где наши нипы? Когда они появятся? И зайдут ли они сюда? О, блин, отсвечивает. Прикольно сделали, да? Блин, обожаю. Обожаю эту игру. Так, ну что, где наши нипы? Может, им сюда нужно что-то положить? Типа еды немножко. Давайте попробуем что-нибудь положить. Давайте возьмем и яичко, и арбузик им положим. Так, давай сюда. На тебе арбузик. На тебе арбузик, и на тебе и яичко. Все. Не знаю, может, грибочки еще будешь? На еще грибочки. Так, где наши нипы? Что им нужно? Что им еще нужно? Ну, где ты? Может, тебе что-то нужно еще? Может, тебе помимо этого всего еще что-то нужно будет? Я не знаю, почему мне не срабатывает. А когда они появятся? Кто в курсе? Так, вот это вот уже крится интересненько. Ладно, ладно, пусть значит. Значит, пока мисс они не должны появиться, да? Насколько я понимаю. Так, камушки пополнили, камушки пополнили. Может, их встретить нужно? Может, они где-то. Может, они где-то тут? А так только давайте возьмем копье с собой на всякий пожарный. Возьмем с собой копье на всякий пожарный. Мало ли тут на нас кто-то будет нападать. А мы хоть сможем отбиться. Все, отлично. Побежали. Побежали, посмотрим. И да, и вот видите, у меня 96 хп процентов. Ну, то есть справа сверху красненьким была сотка. Я пару раз откис от зомбаков. Мне пришлось возродиться. Ля, речка замерзла. Прикольно. Ля, ребят. Речка замерзла. Та ты шо. Моя ж ты зайка, ля. Прикольненько. Теперь зомбаки смогут перебегать, да, по воде к нам. Так, о чем я? А, по поводу ХП. Я не знаю, как его восстановить. Может, нужно построить печку, приготовить какую-то еду, и она тогда восстановится полностью. Может, типа вяленым мясом я не смогу себе восстановить. Хотя у нас есть с вами аптечки большие, которые должны восстанавливать 100% здоровья. Но они не восстанавливают. Где наши нипы? Где наши?
Где наши нипики? Ладно, давайте вернемся на базу и посмотрим, что мы еще сможем с вами сделать, пока мисс у нас есть. Тихо. Все. Все хорошо, у меня с водичкой есть. Нет, у нас водички нету. Скушай тогда бузика. Бузик арбузика. Что мы сможем еще на базе с вами сделать? Пока мисс не стал, я оставить сюда эти какие колья. О, птичка, да? Да, перышки. Колья пока не ставил сюда ставить, не знаю. Надо бы, наверное, от зомбаков. Но я пока и копьем справляюсь. Потому что эти колья ломаются. Я понимаю, что они, в принципе, должны ломаться, но... Ну ладно. Так, 710, 750. Можно починить, значит, пока мисс забор. Давайте возьмем в руки молоточек. По-моему, вот этот вот. Если я не ошибаюсь. Берем в руки молоток. Берем в руки там доска, да, по-моему, нам нужна. Правильно? Да. Все, хорошо. Починили. Починили, проверяй. Блин, а где ж наши эти... Где ж наши челики? Может, там еще одну кровать нужно поставить или не? Или там хватит? Или я, если я поставлю себе сюда кровать, это будет считаться, что типа я тут живу, правильно? Или неправильно? Или что нам нужно? Алло, делай, вы кушаете арбузики? Нет, вы не кушаете арбузики. Через 15 минут этому арбузику будет. Ну ладно, давайте скушаем. А грибочки пусть будут. Может, они куда-то сюда и пошли? Да вроде нет. Вроде нету. Тю, я так думал, в этой серии мы с вами сможем хоть с кем-то пообщаться. Потому что, говорится, самому с собой общаться, ну такое. Дом Нипа. Передвинуть. Нет, зачем мне передвигать, если меня так все устраивает. Может, нужно как-то активировать, я не знаю. Что мне нужно? А, это что у нас тут в ратуше? Чем тут в ратуше люди занимаются? Может, им тут стол нужен, диванчик, плазма, да? Wi-Fi, электричество. Ну, до этого нам еще далековасненько, нам как бы... Самим бы еще бы выжить бы здесь. Так, достроил я крышу. Вот, смотрите. Передвинул сюда кроватку. Разметил себе, где у меня будет столик, стульчик. Убрал отсюда грядки. Перенес их в теплицу. Я не знаю, что с этими штуками делать. Ну, типа... Может, их больше нужно? Может, мне не хватит на зиму этого всего? Вот мне больше тазиков нужно. Да, я доделал себе, получается, сделал две солнечные панели и два аккумулятора. Это у нас сильно дорого. Это у нас металла алюминки по 10 штучек. И, в принципе, они выдают по 20. По-моему, 20 она выдает. Или 12 мощности. Так что не стал ставить. Да и, в принципе, у меня расходов. Нету таких, чтобы использовал электроэнергию. Так, ладно, пока мы ждем НИПов, давайте посмотрим, что мы еще можем с вами построить. Здесь у нас, в принципе, обычная... Так. Угу. Это у нас просто обычное здание. Да, здесь крыша, стены стеклянные. Стеклянные. Фундамент. Жалко, стеклянного фундамента нету. Надо будет как-то заняться, построить какое-то стеклянное здание где-то тут, недалеко. Ну ладно. Давайте смотреть, что мы можем. Объекты. По поводу верстаков. Улучшенный верстак у нас есть. Циркулярка есть, да? Наковальня есть. Так. Это есть. Циркулярный станок. Ага, это просто вручную мы делаем.
Стол химика. Стол химика, стол химика. Стол химика мы, по-моему, здесь делаем с вами лекарства, если не ошибаюсь. Да? Так как здесь у нас с вами места уже нет, то я предлагаю, наверное, ему в дом занести куда-то. Стол химика нашего. Наверное, возле нашей кроватки поставить вот сюда, вот так. Сделать красиво. Не знаю, буду ли делать в этой серии, но хотя бы просто разметим. И давайте смотреть, что у нас дальше. Это верстаки, ладно, хранилище. Мусорный контейнер, железный слиток 20. Не, это пока не для меня. Чересчур. Стеллаж для ящиков. Это полезная штука. Это полезная штука. Я бы, наверное, куда-то сюда влепил бы. Потому что вот это вот безобразие мне не нравится. Давайте где-то выберем место. Где-то выберем место, куда мы потом с вами его поставим. Куда-то, наверное, вот сюда. Сверху еще заполним ящики. Правильно? Правильно. Так, что дальше у нас есть? Что мы можем с вами сделать? Хранилище. Проверили электричество. Ну, электричество. Ну, все сделали. Еда, еда, еда. Костер хорошо. Грядка хорошо. Холодильник. Нужно электричество 75. Блин, ну я думаю. Это что такое? Вы перегрелись. Снимите верхнюю одежду. Я перегрелся. А, все, лето наступило. Вы перегрелись, снимите верхнюю одежду. Хорошо. Бумс. Так. Штаники. Одеваем штаники назад. Снимаем сапожки. И снимаем шапочку. Все? Да. Отлично. Это снег идет? А, то есть я перегрелся зимой, да? Я зимой перегрелся, прикольно. Как это работает, я без понятия. Минус 3,6 градусов. О! О, это что такое? Это, надеюсь, не наш НИП, нет? А, это зомбаки, ля-ля-ля. Мозги. Так, ладно, пусть бегает, пока не стругать не будем. Что я хотел? Я хотел посмотреть по поводу НИПа. Его тут нету. Его тут нету, хорошо. Здорово, ребятки, как оно? Вам не холодно зимой? Вы понимаете, я зимой бегаю в этих, как и в одних штанинках. Ой, какой ля-ля злой. Какой злой. Зомби. Иди сюда, падла. Так, и еще пару штучек тут осталось. Где вы? Where are you? Слышь, а ты случайно НИПа не видел моего, не? Может, они его как раз и... Может, они как раз моего НИПа и это самое? Ой, я замерзаю, ребятки, погоди, стойте. Я замерзаю. Бегом, 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 бегом. Бегом, 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 бегом. Так, давайте штаники опять повесим. Эти штаники мы оденем. Да, не замерзаем. Сапожки будем одевать. Давайте сапожки и шапочку. Все, побежали. Побежали, закончим то, что мы начали. Так. Лягушка. Если я тебя поцеловать, ты будешь принцесса или не будешь? Слышь, а ну, ребятки, идите сюда. И ты тоже иди сюда. Жесть, какие же они громкие. Блин, может, мне нужно просто держать открытыми двери, чтобы сюда НИПы зашли? Не знаю, давайте попробуем. В принципе, волну зомби мы это отбили. Нам уже ничего не угрожает. Нам, в принципе, уже ничего не угрожает. Может, реально нужно, чтобы их сюда зашли, открыты были ворота. Честно, без понятия. Как я уже говорил, я играю в первый раз в эту игру.
И я даже не знаю, что тут и как. Так, что у нас по поводу еды с вами? Давайте скушаем. Давайте скушаем. Съесть, съесть. Блин, а вот эта вот печалька, знаете, что то, что у нас сейчас, если я сейчас разберу кабанчика, будут разные ручки. А у нас там получается, это какие, речка-то замерзла, а как я руки помою? А с грязными руками как-то не хочется бегать. Ну ладно, давайте попробуем. Ну вы поняли, да? Вот у меня руки сейчас в варенье вымазаны. Давайте сюда ложим этот. Убираем косточку. Косточку. Ага, косточку мы не хотим убирать. Ладно, сюда. Сюда поместилось. Отлично. Так, мне из зомбаков что-то выпало. Это прикольно. Так, эти мы штуки не будем тратить. Мы их используем на... Что такое? А, это сталь. Ребята, это сталь. Это какой-то мы сейчас сталь с вами получим, да. Так вот, ладно. Давайте сложим сюда. Давайте сложим сюда. И давайте продолжим, что мы хотели. Только давайте, наверное, продолжать это на уличке. Здорово, курочка. Давайте продолжать, наверное, это на уличке, чтобы мы с вами не перегревались. Я просто не знаю, как я сейчас буду мыть ручки. А, нормально, помыл, да? Помыл, проверяй. Ладно. Ладно. Так, сейчас добудем немножко дров. Ну, а вы как думали, выживание будет как-то по-другому? Нет, наколол дров, убил зомбака, посмотрел на птичку, набрал водички. Вот так и живем, вот так, как говорится, мы и живем, ребятки. Так, что у меня здесь? Ага, здесь у меня пусто. Что мы теперь делаем? Мы вешаем сюда мняско, мняско мы сюда вешаем. Потом мы идем наверх, мы набираем водичку. Только давайте сразу положим сюда жариться. Жалко, что бекон нельзя вялить. Ну, то есть, нельзя его повесить. Жалко. И нужно будет сбегать воды набрать. Подобавлять. Блин, нужно, наверное, будет пару тазиков спустить себе на низ возле костра. Поставить, потом что-то на крышу бегать, наполнять водичку постоянно, вот так делать как-то. Как-то не камильфо это все. Так, набрали. Еще 3 раза. Да, нужно будет подумать, как-то перенести это все. Как-то перенести это все на низ. Возле костра. Либо сделать для костра отдельное где-то. Где-то для костра отдельное место сделать. Может, где-то даже вот тут, рядом с водичкой и совсем. Как-то красиво это все облагородить. Так, грязная водичка 60, хорошо. Бульк. Так. А, не могу, да, чистая водичка. Ладно, опустошить. Набрать. Так, давайте соберем. Потом понямаем с вами. Так, успеем пожарить этот бекон, либо не успеем. Все, а остальное положим сюда. Будем с вами делать из них это, как его, испорченную еду. А потом из испорченной еды мы с вами будем делать, по-моему, на столе химика вот эту вот штуку. То, что я находил в городе, вот. Биотопливо. Конечно, не знаю, зачем нам биотопливо, где мы его будем использовать, но... Воду нужно будет где-то его использовать. Так, все, что я хотел еще? Что я еще хотел? Давайте закроем ворота. Я не знаю, почему они не появляются. Почему они появляются? Может, им чего-то не хватает? Может, им чего-то не хватает? Пополнить ящик. Выполнить ремонт. Ну, пусть давайте вот так. Может, через сезон, типа, они приедут, или как? А может, мне не хватает, знаете, чего? Этого, как его... блин, вот этой вот штуки, дорожный знак. Так.
Не путайте с межевым знаком. Доска, палка, веревка. Доска, палка, веревка. Может, куда-то его установить на дороге нужно будет, чтобы люди знали, где мы живем. Может, из-за этого, как думаете? Потому что здесь, получается, у нас... Да-да-да. Вот это вот знак наш. Я даже не знаю, что это. Вот мы включаем. И включаем... Показатель света, показатель шума. Ну, то есть красным у нас светится, где мы с вами сможем строиться. То есть это где наша граница постройки. Это из-за чего забор такой кривой, потому что граница постройки у нас как бы да. Так, ладно, давайте, значит, тут выключим. Чпоник, чпоник. Давайте возьмем веревку, палку. Доску, да, по-моему, или что там нужно. Избегаем, поставим. Так, доска 5. Палка 4. Веревка 3. Доска 5. Так, 1, 2, 3, 4, 5. Палка 1, 2, 3, 4. И веревка. И веревка 3, да, по-моему. Да, и 3 веревочки. Избегаем. Может, реально из-за этого оно не хотит. Так, 3 разделить. А, так, погоди. 1, 2 и 3. Хорошо. Да, меняемся местами. Ты сюда, ты сюда. Ты сюда, я сказал. Во, отлично. Идемте попробуем. Идемте попробуем установить знак. Только дверку, наверное, мы закроем с вами. Только я не знаю, куда его ставить и как его правильно ставить. Может, где-то тут на дорожке его и поставить. Устал? А, ну да, ты же водички хочешь попить. Ой, вкусно как. Да-да-да, жабка-лягушка. Так, давай пробовать, давай пробовать. Куда-то, куда-то сюда. Да ты шо? Лисичка, ля. А ты же нападать сейчас, да, будешь на меня, наверное? Ты же будешь на меня нападать или не будешь? Так, а дай я в руки копье возьму. Привет, зайчик, как ты? Ах ты, падла! Ах ты... Это тебе за колобка. Поднять лисичку. Так. Ага, это будет очень сильно долго и нудно так с тобой, лисичка, поступать. Ладно, давайте достроим. И нажать. Что это такое? Включить, выключить. Что там мы включили, выключили? Так, свет шума, название. Видите название? Ну, пусть будет название. Так. А тут будет введите. Название введите. Все. Правильно? Правильно. Отлично. Ля. Название введите. Вот это я понимаю. Вот это я умный. Все? Теперь. Теперь у нас есть кто-то или что-то, или нету? Угу. Походу нету. Ладно. Лисичка, погоди. Я сейчас за тобой. Приеду на это, как его, на крафтючке. Сейчас положим тебя в ящик. Потому что это будет очень долго, если я буду с такой вот скоростью тебя и внести. Это реально будет очень долго и нудно. Так, а что у нас, дверки открыты? Я же вроде закрывал. Ну ладно. Так, давай, барашек. Не, давай, иди сюда, зайчик. Ты теперь у нас будешь спадки вот тут на столике. Здесь как раз все тепло, уютно. А мы тебя берем с собой. И поехали, заберем лисичку. Так реально будет быстрее немножко. Здесь можно не только бревна таскать в этой тележке, но еще и животных. Которые легли отдохнуть.
Блин, жалко, что эту телегу нельзя к этому, к своему байку пристегнуть. Было бы вообще прикольненько. Все. Тихо. Все, иди сюда. Иди сюда, ложись. Отлично, так. Название введите. Ну, я думаю, неплохое, да? Название города, название введите. Что-то на французском по-любому. Это как Донди стали библиотеки, только название введите. Да, ребятки, кому там, говорится, мало годиков, то лисичка спит, все. Можете спросить, как говорится, у родителей. Лисичка легла, отдыхает. Она просто за колобком бегала. И устала немножко. Так, тут мы закроем. Давайте проведаем. Навряд ли, конечно. Да, нету. Почему нету? Хочу, чтобы у меня появились друзья. Я не хочу выживать в одиночку. Без понятия. Ну ладно, в любом случае я еще продолжу играть в эту игрульку. Кажется, мы с вами еще продолжим выживание. Мало ли, если появится какой-то из серий, то мы с вами это увидим. Так, что у нас тут? Нормально. Мне нравится, что здесь курочки вместе с козочками, им типа не нужно... Ну, то есть нету времени старения. Знаете, как есть в играх, что... Постарели и все, и чисто до побачення. Так. А вы мне тут не замерзаете? Бузики, арбузики. Так, мне интересно. Давайте попробуем собрать саженец и посадить. Угу. Есть водичка, да? Водичка полная, отлично. Тогда можно сделать сначала вот так. Так, скушать. Потом съесть дыньку. Шикарно. И пойти набрать еще себе водички. Но, насколько я понял, зимой у нас с вами нету дождя. И наши эти штуки не наполняются. Тогда нужно будет как-то рассчитать количество воды на сезон. На сезон это сделать. Блин, у меня чистая вода есть. Еще зря я это сделал. Ну ладно, значит, да. Это мы опустошим. Там вроде у нас пару тазиков еще есть. Так что нормально. Давай сюда. Печень мы, наверное, положим. Да. Мы вот сюда положим. Пусть тоже у нас будет биохима материалы. Так, давайте, наверное, собрать арбузик. Нельзя собрать. Собрать арбузик. Так, раз. И на вас. Все, закрываем, чтобы здесь жарко не было. И давайте смотреть, уже темнеет. Блин, я надеюсь, что на следующий год, ну, по игре сейчас зима, типа на следующий год, у нас здесь появятся наши первые поселенцы. Я бы даже, наверное, пару кроватей туда добавил бы, но нужно хотя бы дождаться одного, правильно? И я надеюсь, что этого количества... Я, конечно, на это надеюсь, что, к примеру, я сюда поставлю штучки 3-4 кроватки. Вот так даже вряд могу пару кровать поставить. И что вам будет хватать места. Ну, то есть, что мне нужно будет строить еще один такой самый дом. Либо они сами будут развиваться. Не знаю. Ладно. Давайте смотреть. Блин, как же все-таки красиво, да? Особенно зимой, когда вечереет, ты идешь, вот этот хруст снега под ногами. Блин, я просто тащусь. Реально, в такие игры нужно играть и наслаждаться чисто... Чисто кайфовать природкой. Такая морозная свежесть сразу, да? Так, ладно, давайте посмотрим, что еще мы сможем. Так, электричество, это понятно, еда. По поводу холодильника, он нам не нужен, я думаю. Пока месяц он нам не нужен, так как
На улице зима, вынесем на балкон. В дальнейшем, возможно, когда у нас будет много электричества, мы этим и займемся. Металлическая печь. Вот это я бы, наверное, тобой бы занялся. Стол для готовки. Разделочный стол у нас есть. И умывальник. Производит чистую воду. Серьезно? А ему не нужно будет электричество, алюминиевый слиток, доска, медный слиток, гвоздь. Ребят, а давайте мы с вами сейчас попробуем сделать умывальник. Как вам такая идейка? И посмотреть, что из этого выйдет. Посмотреть, что из этого выйдет. Только давайте, наверное, определимся. Так. Куда мы его поставим? Только этот умывальничек. Куда мы его поставим? Сюда давайте, наверное, мы попробуем с вами вот так сделать. Печку. Печку мы вот сюда поставим с вами. Почти возле кроватки. Как раз будет нормально нам греться. Так, вот сюда печечку, да, мы поставим. Куда-то вот сюда, наверное, возле столика химика. Мы с вами поставим умывальничек. Так, вот так как-то. И давайте смотреть. Что нам нужно? Доска 10 штучек. Без проблем. Без проблем. Без проблем, я бы сказал бы, но у нас ее нету. Так. Давайте подождем, пока мясо она распыляет. Не знаю, видно вам, не видно. Может, басечки лечь, чтобы утро было. Да, давайте, наверное, ляжу басечки. Где наша кроватка? Вот наша кроватка. Поспим с вами до 6 утра, чтобы было видно, и продолжим. И подъем. Все, хорошо. Отлично. Давайте попьем водички. Нет, давайте, наверное, сначала поедим. Поедим, вот, понямаем с вами. Потому что вяленого мяса у нас с вами много. И оно не так сильно быстро пропадает, чем готовое. Так что давайте. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять. Хорошо. Давай смотреть. Так, медь 2, гвозди 10. Тоже без проблем. Это у нас медь, да, по-моему, раз. Две меди и гвоздик. 10 гвоздики у нас тут вот делаются. Чпунгс. Отлично. Палочку. Еще палочку вижу. Нам нужно больше палочек. Так, раз, два, три, четыре, пять. Давай. Чего не хватает? Алюминиевый слиток 4. Что-то я просмотрел. Ладно. Алюминька у нас тоже с вами есть. Раз, два, три, четыре. Хотя, наверное, по-хорошему нужно делать не два ящика, а эти две полочки, наверное, полочки 4-5. Вот тогда хватит нормально себя чухать. Все, шикарно, ля, ребят. Так, погоди, давайте попить. Ой, вкусно. Требуется водокачка, насос должен быть включен. Это типа должна быть вот эта вот штука, да? Насос должен быть включен. Ну, давай посмотрим. Включаем. Побежали. Побежали, побежали, побежали. И наполнили. Прикинь, ребят, все. У нас теперь с вами есть чистая водичка. Правильно же понимаю? Это чистая же водичка. Это чистая водичка. Все. Шикарно. Делай, как говорится, электричество. Много-много электричества делай. И у нас теперь с вами есть водичка. Значит, тазики с той разной водой. Я, в принципе, могу убирать. Они нам и не нужны. Не, конечно, они будут пока мы здесь стоять. Не знаю, может, в дальнейшем что-то с ними придумаем. Может, благодаря этим тазикам у нас наши, эти, как его, людишки будут набирать воду. Хотя у нас уже есть раковина. Может, им тоже раковина нужна. А мне интересно, эта водокачка, насколько, типа, километров она дает водичку? То есть я могу от нее получать воду там.
Либо не могу. Какое количество, какое расстояние я смогу тебя использовать? А давайте проверим. Так, ой, попить 56. Хорошо, давайте полностью опустошим. Чтобы быть честными, как говорится, в эксперименте, мы с вами опустошили. И, к примеру, мы хотим поставить у наших нипов тут водичку. Бумс. И прикинь, я могу использовать ее на любом расстоянии. Шикарно. Все. Так, ну вы пока месть на раковину не заслужили. Вас, в принципе, тут еще и нету. Так, тогда ставим раковину сюда. Ставим раковину вот сюда. Это отлично. Нужно, я думаю, наверное, будет в следующей серии сделать полочку. Сделать себе столик. Сделать печку. Так, еда, еда, еда. Это наш стол для готовки. Да, наверное, вот этот вот мой обычный столик. Мы с вами чпункс. Стульчик чпенькс. И нужно будет разместить его, чтобы не забыть. Так, стол для готовки, стол для разделки. У нас он стоит на уличке. Так, стол для готовки. Вот так вот. Потом для печки, если не ошибаюсь, нужно будет сделать сковородочки. Ну, с этим мы уже потом разберемся. Так, давайте посмотрим, что еще мы сможем с вами сделать. Мебель. Только лампы, деревянный шкафчик, деревянная скамеечка, деревянный шкафчик, деревянный кофейный столик. Моя ж ты зайчка, ля какая маленькая. Ой, прикольно, нужно будет для нипов там где-то их поставить. Буду в основном у них тут это делать. Здесь лавочку надо будет поставить. Пару штучек, да? Как вариант. Сюда еще что-то, кресло им, диванчик. Если, конечно, они тут будут. Так, и что еще у нас с вами осталось? Мебель, здание нипов. Так, ящик нипа, жилье. Подходящее для дружественных нипов. Постройте его и поместите в кровать спасенного нипа для лечения. Строится на фундаменте. Так. Постройте его и поместите в кровать спасенного. А, спасенного Нипа. А где мы его должны спасать? Чи-чи-чи-чи-пи. Дейл. Да, беги ты свободно. А где мы должны спасать спасенного Нипа? Может, в городе? Как думаете? А я. Как его должен спасти? То есть я должен буду его на тележке вести, либо я смогу на байке. Ну, то есть вы поняли, да, что я там могу походить, поблуждать, посмотреть. Где тут неподалеку у нас с вами есть спасенные нипы. Так, кто ты? Ага. Тык-дык, тык-дык. Тыгыдыцкий конь. Понял. А где мне Нипа спасенного искать? Наверное, в городах, да? Наверное, в городах. Я чувствую, наверное, на следующую серию мы с вами поездим по городам. Нужно будет запастись бензином, запастись палочками, камушками. И, ну, типа, чтобы мы могли с вами колье делать. И поездить, посмотреть. Объездить полностью всю карту. У меня как раз бензина для этого хватит. То есть поездить по всем дорогам, посмотреть. Может, реально найдем где-то себе Нипа. Только я не знаю. Ну, там написано, типа. Ага, ля. Слышь, а ты не Нип, случайно, не? Может, тебя спасти надо? Аля. Так, а где колья? У меня кольев нету. Тихо. Тихо-тихо-тихо, это не НИП случайно, не? Зайчик, это не НИП случайно? Получи. Не, ты не НИП. Жалко, жалко.
Жалко. Но и в том плане, что смогу ли я его на вот этой вот тележке принести домой, либо мне нужно будет садить его на наш скутер, мотоцикл, вездеход. Ладно, ладно. Так, все, ребят, наверное, на этом пока мисс все. Спасибо за просмотр, особенно если вы досмотрели до этого момента, то вы, как говорится, лучшие. Не забывайте про лайкосик, подписочку, комментарий. Хотя я знаю, что вы это делать не будете, так что ладно, как говорится, проехали. Все. Всем пока-пока и до следующей серии. В следующей серии мы с вами попробуем поискать нипов и достроить некоторые вещи у себя в домике. Так что все. Всем мур-мур.